движение и максимум аплодисментов для тебя. 360 Смотри, фото вот так вот спокойно, бэк-дроп. 360 бары, потом через каньон гэп. Ушедшие чемпионы, ушедшие через ущелье. Ноли Дейлуи, Ноли Дейлуи, очень сложный элемент. Райдеру падает, не просто не пани, хопа, а делает Молли, кроме сухой подпрыгает через перемены. 360, Конда, вот так вот на стиле, очень высоко, стабильно. Парна, так, ноу-хендер. 15 секунд и 4, 3, 5. Последний, по-моему, если я не ошибаюсь. Возьми мне в свою сторону, что, конечно же, вдвойне сложнее. Барна Тэп. После просто не снимут. 360, Тэп и по спайлу. Суперстайл. 30 секунд времени всего. Посмотрите, сколько трюков он уже видел. Знаешь, что это такое? Это бар-спин на фейсе, бар. Первый бар-спин сделал с повышенной скоростью. Прямо сейчас. Вот так вот стартует Максим на большой. Старт-драйв на локдаун. Супер. Техно-заморочка по файбоксу. Пара через перилку был. Там гэпчик такой, трансферок. По большой пирамиде 360. И так ноу-хендер по спайну. Сумасшествие. Просто сумасшествие, друзья мои. Давайте больше. Больше аплодисментов. Сильно вырос уровень бэкслайдов. На самом деле я в шоке. Конечно, это очень сложно. Заслуживает больше аплодисментов. Спасибо, Макс. Вау, я думаю, что мы должны посмотреть повторы этой попытки, чтобы понять вообще. Давай, одна минута, и она начинается прямо сейчас. Друзья, вы готовы? Павел Тенетов, город Санкт-Петербург. Вот а так вот, обманочку, утку подложил. Какой-то, да, хочет набрать скорости, похоже. И вот зачем? Не является проблемой для Павла Терентьева. Это человек, который прокачал отличным BMX весь Питер, который вдохновляет молодежь в Питере, катается там днями и ночами во всех парках. В отмене готовится. Вот так вот, пожалуйста. Вот это серьезно. Тейбл, но Фуркенкен через каньон, через ущелье. Голос нарвался, заголает такого стиля. 15 секунд. Голос я вместе с телефоном потерял. И вчера вечером в клубе остался и голос, и телефон. Вот это, да. Заключительный. 360 просто расщеплять своим катанием нашу площадку. 360 Тейбл Пол. Все четко. На полнейшем контроле. Суперское движение сейчас было по разгонке. Отдельно хочется отметить. Дэниел Вейдемайер знает, как вылетать. 15 more seconds. Вэмпли локдаун! Четко в приземлении через 10 лайкбокс. Вот так вот они занимаются боевиком в Голландии. Так они делают это. Are you right? You got time for your last trick. Last trick, Дэниел. Дэниел, time for your last trick. Ай, нет! 360 пуджет по спайну. Thank you, Daniel. You have one more, okay. Давайте проводим новые аплодисменты. Давай, скрывай, как такой
через наше ущелье. Пока. Микрогаз. Сегодня здесь, в Москве, в парке Горького, на этом уникальном скейт-парке демонстрирует все, что он умеет. Специально для вас, друзья мои. Back to the world! And it's time for the last trick. Дайте похлопаем. Николаю, очень крутая попытка. Последний лайк в первой попытке. Адреналин Геймс 2012. Московский спорт. Джим и Чувачев. XXL. Наши партнеры. Огромное спасибо за поддержку. Коля. Last trigger first round. Давайте похлопаем Николаю. Очень крутая попытка. Коля здесь. Камон, камон. Давай, Коля, мочи. Одна минута начинается прямо сейчас. Вот так вот! Вот так вот! Сценический гэм в айпоте. Дабл трак драйвер с бани хопа бэд. Просто что это такое? Что это такое, Виталик? Я не могу понять. Это просто какой-то космический уровень. Мне кажется, это уже уровень межгалактический, я бы даже сказал. Гаррет Рейли здесь сегодня в Москве на Adrenaline Games 2012 специально для вас. Вот так вот, ничего не получается, но если вы играете, то умеете. Лисички пастплэн, спэнка на бэнк, а пэнк спайну, он не будет в модере. Only 40, you got 20 more seconds. Универсальный лайк, теперь не проехать, 360, банна, ты его топ по спайну сделай, what? 360, look back. Oh, 360 и tailwhip по спайну, супер четкий фейл. Как я уже говорил сегодня, Виталик, пару лет назад в России о фейле думали только пару райдеров. Сейчас это делают практически все ребята, кто здесь растет. Растет уровень, безусловно. Я думаю, что во многом благодаря таким соревнованиям, благодаря Riot Games. Благодаря таким соревнованиям, как Adrenaline Games, благодаря тому, что ребята стали больше приезжать. Стали лучше одеваться. Более лучше одеваться. Daniel, you can do it. 1 minute. Starts now. Let's go. Поехали. Это о-о-о. Вот, ребята, скорость. И говорит. Просто Виталий. Мне кажется, я бы даже по прямой испугался ехать на таких ходах. А Дэниел берет вот такой вот расход на самый гигантский квадрбайк, который здесь есть сегодня на скейт-парке. Вчера Дэниел сорвал крепнейший крыш в этом квадрбайке на тесте за лучший трюк. Ой, смотри, что я говорю, какой же лучший трюк? За на самый высокий вылет. Давайте попробуем, Дэниел катается с серьезнейшей травмой. Давайте попробуем, Дэниел катается с серьезнейшей травмой.
20. Да! Все, держится. Окей, я думаю, надо заканчивать. Помощь мероприятие.